Почти еженедельно на мировом рынке появляются новые виды синтетических наркотиков, негативные последствия которых в несколько раз сильнее других наркотических средств растительного происхождения. Они распространяются под видом соли, спайса или курительных смесей. Средний возраст потребителей от 20 до 40 лет. Зафиксированы случаи употребления синтетических наркотиков детьми в возрасте 9 лет. Приобретение наркотиков чаще происходит через знакомых, сверстников или интернет. После внесения оплаты пользователи получают информацию о месте, где находятся спрятанные наркотики, так называемое место закладки. Признаки наркотического опьянения. Бледная кожа, покрасневшая кожа, расширенные зрачки, суженные зрачки, покрасневшие глаза. Несвязанная, замедленная или ускоренная речь. Потеря аппетита и похудение. Иногда чрезмерное потребление пищи. Раздражительность на фоне общей растерянности. Последствия приема синтетических наркотиков. Даже одно употребление наркотических препаратов вызывает привыкание, последствия которого могут быть необратимы. Наркотические вещества долго выводятся из организма человека. После одного применения бессонница может продлиться трое суток. Может развиться параноидальный синдром, поиски скрытой угрозы, подозрительность, всюду мерещится заговор, пугают шевелящиеся тени, в голове образовываются сумасшедшие логические цепочки. После приема синтетических наркотиков можно внезапно разучиться читать и писать. Правила поведения для родителей. Не пытайтесь повлиять криком и угрозами. Ваш ребенок заболел, поэтому не стоит унижать и оскорблять его. Не считайте, что подросток стал наркоманом только из-за собственной распущенности. Причиной может быть скандал или ссора в семье. А еще подростка могли уговорить только попробовать наркотик или дали его обманным путем вместо, например, лекарства. Будьте готовы к сопротивлению ребенка, не позволяйте собой манипулировать, ведь он легко даст обещание исправиться. Не пытайтесь бороться в одиночку. Лечение может проводить только психиатр-нарколог.